находятся какие-то сюжеты, пока есть, что еще придумывать, конечно, удастся. Кстати, движение начинается. Просьба пройти в зал, занять свои места. Последний фильм я посмотрел «Человек-паук» через полчаса. Я бы еще парочку каких-нибудь фильмов номинировал хороших. Например? Велединского, географ, пропил глобус, Ирий Сан, Егор Баранов. Ну, посмотрим еще разочек. Ну, надеюсь, что оправдает ожидания. Конечно, согласится. Деньги не важны, это же главное имидж. Сегодня достал, не смотрел еще ни одного, чтобы посмотреть этот. Туристы разводят коллекционера, ну, чтобы обогасть. Да, какой фильм хотели бы сказать? Хороший. Конечно, мне кажется, любая девушка мечтает, чтобы вначале она могла этот вот вертикальный поцелуй, я не знаю, повторят ли его в этой части фильма, но мне кажется, он надолго останется в сердцах девушек, и любая, наверное, мечтала бы так поцеловаться с красивым парнем. Жаль, что это очень неудобно, я пробовала. Я посмотрела 5 оскаровских короткометражек, мне очень понравилось, и всем, кто еще не смотрел, советую посмотреть. Вызывает абсолютно разные эмоции, от какого-то возмущения, страха, боли, до полного восторга, радости, слез умиления. В общем, мне очень понравилось. Первое, что вспоминается, это «Унесенные ветром», мой любимый фильм детства. Я бесчисленное количество раз его пересматривала. Еще очень люблю фильм «Знакомьтесь, Джо Блэк», с потрясающим красивым Брэдом Питтом и очень классным сценарием. «Роза», недавно была премьера. Я очень счастлива, это здорово, там стаканы, это высший пилотаж, это высший уровень, и этим надо гордиться однозначно. Я думаю, что бесплатно, конечно же, это интересно, карабкаться, но не знаю, мне очень нравится, тут вообще ни за сколько вопрос не стоит. Потому что взрослый фильм, вроде как «Человек-паук», но это всегда интересно, мне кажется, как раз вот для взрослых фильм. С чем сравнивать? Соответственно, поднимите руку, кто еще не видел нового «Человека-паука», нового. Процентов 70 видели, все остальные молчат. Ну хорошо, если вы сегодня впервые, да, увидите нового Человека-паука, если вы только-только с ним катаетесь по ногам, будьте уверены, этот парень вам точно понравится. Сегодня будет больше подробностей о прошлом нашего главного героя, Питера Паркера. Сегодня будут новые злодеи. Кстати, как зовут главного нового злодея здесь? Электро! Так, точно, Электро. Это тот самый парень, с которым... Конечно, особенно напряженно будет проходить наша встреча, и к этой встрече нужно морально подготовиться. Вот, наверное, первые ряды сейчас недоумевают, что за штуки, да, стоят и несколько загораживают экран. Ребята, я вам обещаю, что как только начнется фильм, это буквально через 3 минуты, мы их уберем. Но сейчас они нам пригодятся для того, чтобы морально настроиться на встречу с Электро. Ну а теперь, ты готов к просмотру нового «Человека-паука»? Да!